Игорь Сергеевич, скамейки малой формы покрасил. По этой стороне дома у нас вопросов нет. Первый заместитель главы администрации Заречного Виктор Шошкин проверил, как выполняются поручения, данные руководству управляющей компании «Мой дом» несколько недель назад. Сотрудники коммунальных служб должны были привести в порядок малые формы и внутридворовую территорию. Основные претензии устранены, осталось только приступить к ремонту кровли. Сделать это раньше не позволяли погодные условия. Сегодня было принято окончательное решение, вне зависимости от погоды, на этой неделе Ленина 57 приступят к разбору крыши и начнут менять на более современную. Скоро должен исчезнуть с территории двора и старый павильон контейнерной площадки для мусора. Сооружение находится на балансе муниципального предприятия «Автотранс». Его руководству поручили демонтировать павильон. Во дворе уже есть современная контейнерная площадка заглубленного типа. Мусор стал поводом для визита и в деловой центр на проспекте Мира 82А. Жильцы соседних домов обратились с жалобой в городскую администрацию. Мусор давно не вывозили. На заднем дворе центра растет свалка. Давайте примем решение. Или этого контейнера здесь быть не должно, чтобы не провоцировать. Тогда что, Эдуард Владимирович? Надо сегодня вывести все это. В ходе утреннего выездного совещания первый заместитель главы администрации Заречного Виктор Шошкин проверил и состояние двора 50-го дома по улице Ленина. Пришли, а тут трава по пояс. Поэтому будут убирать. Ну, еще некоторые моменты чисто жилищно-коммунального хозяйства мы сейчас обговорили. На устранение недочетов у сотрудников коммунальных служб есть 3 дня. Выполнение поручений проверят во время утреннего выездного совещания в четверг. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».